Славик, у меня для тебя две новости. Одна хорошая, а другая плохая. Короче, отец согласен, чтобы мы с тобой поженились. Но для этого тебе нужно его побороть. Это была хорошая новость. О, будущий Тамик, отец, брат, здорово! А ты помнишь, как мы с тобой в кино ходили, Диана? Почему ты мне не сказала, что он далеко? А чего? Ты же не спрашивал, близко он или далеко. Я могу быть судьей, я посужу. Тамик, ты еще спасибо скажешь. Судья, можно тебя на секунду? О, мне пора ехать, все, до свидания! Мне нужен сильный зять, да. Так что мы будем с тобой бороться каждый месяц, пока ты меня не поборешь.